Семилетний Ваня Усов не представляет жизни без спорта. Очень рад, что прямо под окнами дома есть хоккейная коробка, где зимой вместе с друзьями он проводит все свободное время. Сегодня школьник оттачивает мастерство в роли футболиста. Очень круто. Спасибо папе, что меня записали. Я еще тут зимой в хоккей играл. Очень хорошо, мне нравится. К слову, любовь к активному образу жизни у Вани от папы, который сам принял участие в этом дворовом турнире по футболу. Владимир Усов считает, что родители просто обязаны развивать в своих детях спортивные качества. Насколько хорошо учиться, настолько же важно быть сильным, здоровым, самоуверенным для мужчины. Это просто необходимо. Дворовый турнир по футболу в 6-м микрорайоне города Видное проходит впервые. В двух возрастных категориях – взрослые и дети. Организовать соревнования удалось совместными усилиями городского центра спорта и территориального отдела. Жизнь сейчас очень напряженная, и родители, не все родители имеют возможность детей водить по секции. А здесь очень удобно. Вышел из дома, площадка, занимайся, развивайся. Физическая культура – это то, что и нужно всем, потому что спорт – это спорт, а физическая культура – это самое то, на чем формируется иммунитет, здоровье ребенка. В этот раз в одном лишь детском турнире участие приняли 4 команды. Для жителей нового микрорайона минувшие соревнования стали поистине праздником спорта. Юлия Погосьян, Сергей Ларин, Максим Константинов. Видное ТВ.